женская кровь. И что теперь? Tonight, we are no longer the humans or the goths. Tonight, we unite as one. I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters. Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! А я чё? Я какой-то седой король. The entrance! The elves are up to their old Jew tricks again! Find another way in! Take out the barricade from behind! 35 друзей. Ой, Корт, теперь мой друг. Так, ладно, можем прокачать еще одну способность какую-нибудь. Блин, даже ничего такого нет. Ладно. О, можем что-то прокачать тут. Так, ну что там, корона моя? Так, доспехи бойца, не нужны мне они. Вот, наверное. Так, оставлю это. Короче, все оставлю себе. О, меч. Но мой меч круче. О, тут можно два. Тогда в таком случае можно... Норм. Ну. О. Все, великий меч. Темнота. Атакуй школу. А что нам делать теперь? А. Ясно. Другой способ войти в школу. Ну, эльфов уже перебили. Это круто. Ow, I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit. Your word is the command, my lord. Yes, sir. Погладь его, пусть отхилится. Hey, I'm healed! Except for on the inside. We locked it so nobody else could get in. Here. We cleared the way to the door. You do the rest.
Go kick their ass, Sir Douchalot. Окей, пойду и надеру. I am death, destroyer of worlds. Время надрать задницы эльфу! New kid, if you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Я все равно победю, не пытайся. Так, похоже, всю основную работу решили сделать за нас. Это круто. Там что-то лежит. Наверное, какой-нибудь чем покемон. А хрен с ним. Какое сообщение? Норм. О боже. Ага. Блин, я тут пропустил, ну ладно. Оружие, баскетбол. Может просто мяч? Ошибка пламя. Окей. Ну и что тут? Это типа они в крови или что это? Ох ты! Придется мне... своим тайным пуком воспользоваться. Так, ну все, эльфы, готовьтесь. Почти добил. А вот тошноты его убьет. Плюс мой мегу скилл. Время сдохнуть. Окей, опять волна. Быдыщ, быдыщ, быдыщ. Блин, ну ладно. На тебе по жопе. Срочник. Да-да. Так, ты тоже хочешь по яйцам? Окей. Ну а тебя я добью. Вот так. Пыщ, 904! Просто мега атака. Эльф, вы вообще ничто. Одни значки. Сколько опыта до следующего его? А, ясно, ты еще так много дают. Так. Вау-вау-вау, полегче. Да, их могло бы так током долбануть. Тоже был вариант, между прочим. You are
Нерушимых и непобедимых баррикад не бывает. И что дальше? Как не спрыгнуть-то? I killed your friend. That's cheating. Как спрыгнуть? Dude, did you shit your pants? What? That'd just be silly. Для чего мы вообще сюда залезли? Я даже не вижу, чтобы что-то здесь было. Чувак, ты это осознал, и тебя поздравляю. Моя могущественная магия непобедимого пука. Магия рулит. Перчатки Некроса. Крут. Крут. Что за перчатки некроманта? Херня. Пошли отсюда. Так, повелитель эльфов, выходи! Вентилятор поставили, думают, такие крутые. Убил его магией пука. Священная магия пука рулит. Ага. Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. That's Gary Nielsen. Don't touch him, he's ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Served you right for being a patsy ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer. Вот. Again, призвал других рыжих придурков. Воу! Чё у вас так много, а? Окей, придется вам все пробивать. Почему яркость-то понизилась? Давай быстрее! Наконец-то молот! Застанены!
Да, нельзя, ну ладно. А ну-ка, если использовать... Сколько? Да, это более чем достаточно. Блин! Я и забыл, что жару макать надо. Блин. Как от него отходит? Окей, понес. Отлично. На тебя, демон фашист! Всех добью! Ну вот и твоя смерть придет сейчас. Блин, 900 дамага! Блин, вообще супер меч, ништяк. Так, что за молот? Молот. Мордобоя. Херня, мой круче. Меч мой круче. Главное, самим не выпить эту слизь. Великая сила пука не помогает мне. Вода слишком горячая. Что ж делать? Так, попробуем наш элитный. Элитный пук. Он их не привлекает, окей. Забудь об этой хрени. На тебя сделают зомбарем. Окей, это на время еще. Да блин, я хотел пернуть. Так, что надо жать? Дыщ! И добивающий удар! Пыщ! Тупые нацисты. Ты что там делаешь, а? Ты решил сдохнуть?
Мать тебя, некроманта! Могли их и так убить даже. Да пофиг вообще. Так, а куда теперь? В одну из этих двух дверей. Посмотрим. А, просто кладовочка тут. Нет, слизь! Те микробы мутанты хотят меня убить. Ух ты, красивый эффект, должен сказать. Так, давайте-ка ультанем. Эй, тужится, я тебя уничтожу. Пыщ. Застанен. Так, и теперь по яйцам мужицу дадим. Вот и все. Ужится так, надо долго отключиться. Блин, она регенится, смотрите. Ай, хрень. Так, ладно, еще раз по яйцам. Тошно так, тошно тень неуязвима. Логично. На! Еще немного. Я думаю, это последний ход. Ба! Косарь дамага. Вот и все, микробчики замочены. Ну когда у нас будет этот эльф, босс? No, kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard Fatass's army falls. Think about what you're doing. Сколько эльфов пало в этой бессмысленной борьбе? Мочи его, пока он встанет. Так, а куда мы выходим? We're breached! Battle stations! Hey, douchebag, let's see how you like some flaming dog shit! Look at... Damn it, Stan, you dirty elf! I'm zeroed in! Shut up, Stan! Elves, hold the line, fire in the hole! Why you shit-slinging asshole, Stan? Damn
anything. They might hear you. Да ладно, чувак, я не знал. There he is. We got plenty of dog shit, douchebag. Target locked. Получайте! Так, время вас раздубасить. Sure уверен, более чем. Так, ну все. Окей. А брони даже не сняли ему. Успеешь. Выдыщ. Все, подох. Это будет нетрудно добить, думаю. На. О, бой, мы вон! Ну что там, Стэн? Куда ты убегаешь, а? Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in! Сейчас пустим. Катапульта атакует. А, вот она, катапульта. Use your magic to open the front door. Открыть путь! Open the door before they know what's happened! Don't underestimate Kyle. He's killed me a bunch. Push forward! I must save my strength for the final battle! Для последней битвы, да? А значит, меня в расход. This ends here, new kid. Ты был хорошим воином, Стэн. Heed my call. Опа. Нет! Ненавижу. Сколько у собачки? Ладно. Собачка, извини. Да что ты говоришь, блин? Эй, я должен еще раз атаковать. Какого хрена? Ладно, придется тебе дать по яйцам. Так, он извинк стану или нет? Босс. Блин, неуязвим, говно. Окей, придется мне привнить силу. А что с его текстурой? Она слетела? Опа. Мне кажется, мы видели не то, что надо. Получи, Стэн! Блин. Тут-то какие они. Ладно. Будыщ! Уж сдох уже. Ладно. Пару ударов это труп. Сдавайся! Вот он и пал. Так, сокрушительный клинок рейнджера.
Так, какие перчатки нам дают? То есть, что нам дает следующий ход? А, этот бронешлем. Ну я же его не убью, ну ладно, не важно. Вот это хорошая вещь. Во, вот это будет круто. 4x80, подумаешь, мало дамага. Теперь этот меч круче. Тошнота. Тут было просто. Ха-ха, священный меч. Стена. Окей, пошли. И наперди на него. Ну давайте испробуем наш новый меч. Ладно, пока не очень. Но это была простая атака. Давненько мы молнией это не пользовались. Не пользовались. Левую же, левую. Будыщ! Что-то слабенько как-то. Я думал, будет посильнее. Эй, я же заблокировал. Вот ты говно, а. You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you. А, 50 брони. Возможно, поэтому мы еще посмотрим. Короче, у нас есть сет некромана. Last chance, new kid. He's nothing without you. Walk away from this. When I close my eyes, I see my friends screaming faces. Koopa kid. God damn it. Ты чё, твой ученик ассасит, что ли? Так, а Джимми чё говорит? Мы просто постоим, да? Ну-ка я сейчас попробую следить. Не, он говно. Дамага меньше. Я лучше тот возьму. Нравится мне меч великого сына. Блин, одна стрела все-таки попала. Ну и ладно. Держи-ка. Почти. Вот и все.
Он эффективен за счет того, что пробивает 50 брони. Поэтому он круче. Nice guy. Че, великий туалет эльфов? Я тебя не братиш, ясно? Срать не будем. Обосрался кто-то тут от страха. Ну ладно, пошли отсюда. Не утомляй меня, я уже задолбался. Посмотри на мои мешки под глазами. Итак. Back away from the desk, Jew King. The stick doesn't belong to a fat, racist liar. All right, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New Kid, Cartman is using you, can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the New Kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, New Kid. Turn around and fight Cartman instead. Do the right thing. Don't let him Jew-wash your brain, New Kid. Attack him, now! Make him shut up! It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. Окей. Можете просто не атаковать вас, ребята. You're too good a person to be working for Cartman. Don't listen to them, douchebag. Oh, you motherfucker! I knew you were a fucking douchebag. Опа. Да вот ты все. Да то, что ты меня обозвал, чего в тебе конец. По-настоящему, да? Вот неожиданный поворот, да? Пыщ! На тебе! Трейдер! Ау! Вот ты говно, а! А как мне выжить после этого? Ладно, я тебе оторву яйца. Чего все не уязвим? Эй! Эй! Чёрт! Ты такое говно, а? Так. Надо пожрать чего-нибудь. Так, еще раз тебе по яйцам сейчас дам. Вот ты выгораешь. Блин! Он жрет так нечестно. Блин, тормози! Все! На! А ты думал, да? Так, тормози, сейчас я. На тебе! Есть. Может, мне великой магией пука его? Не, просто кину в него какашку. Ой, какашку! Блин, неуязвим. Ну ладно. На! Stand right here, let's go, bitch! There's only one Grand Wizard of the KKK! Блин, 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 ты понял, да? Job, kid. Kids, take the desk. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. But Twitter said that, look over here. This desk has writing on it.
check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Greetings, humans and drow elves of Zaron. Clyde! He took the stick! While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead! Oh, нет. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, чувак, это из Виша. Not now, Dad, I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power! Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Okay. You better get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Ой, дед. Что-то их многовато. Фрэг! Фрэг, you're on my side! You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters! Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime! Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Clyde, it's past your bedtime! Ha ha! Okay, coming, Dad! Ha 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 ha!